что, лучше не придумаешь. Дебют и первая победа в чемпионате. Первый тайм наблюдал со стороны, второй принял участие и принял неплохо. Твой комментарий. Ну, безусловно, наверное. Мне нужно было влиться в команду, посмотреть, как команда дышит, какой футбол играет. Может быть, даже три специалиста наши. Они, Валерий Саганков, поступил верно, что сразу не доверил мне место в составе, потому что я должен был посмотреть на со стороны, как команда действует. Конечно, безусловно, второй тайм, наверное, сложился не так, как мне хотелось, чтобы мы играли в равных составах. Но победа есть победа, это, наверное, самое главное для нас, для болельщиков, которые пришли поддержать нас, которые ждали эту победу. Так что, наверное, это для них. Несмотря на то, что мы играли в меньшинстве, даже, наверное, постарались друг другу помогать и были неплохим в выбегании, где могли удвоить счет. Так что тяжело, но победа очень важна. Ну вот эти 45 минут, которые ты провел на поле, что по ним можно сказать по своему самочувствию, насколько ты влился? Ну, я думаю, есть еще к чему стремиться в плане физического состояния моего. Я думаю, если мы будем прибавлять, и результат будет иным, и я думаю, мы будем подниматься по турнирной таблице вверх. Главное также не опускать руки, независимо от того, какая ситуация бывает на поле, положительная или отрицательная, и стараться помогать друг другу. Тогда будет все хорошо.